Мы заглянули в мастерскую дизайнера Глеба Винокурова, чтобы узнать, в каком наряде будет блистать мисс России 2013 года Эльмира Абдразакова на шоу национальных костюмов, которое состоится уже 3 ноября в торгово-развлекательном комплексе «Вегас». Моя любовь к русскому костюму привела меня на создание образа для мисс России и для международного конкурса «Мисс Вселенная». Я довольно долго интересовался русским национальным костюмом, русским светским костюмом и создавал часто такие образы моей интерпретации. Сейчас получается нечто такое возвышенное, потому что конкурс международный, мисс Вселенная, и наша страна принимающая, Россия, поэтому и костюм должен быть такой пафосный, богатый, расшит камнями, которые я долго собирал. Сейчас мы это все будем использовать в украшениях, в декоре этого костюма. Очень долго подбиралась ткань, за которой я специально поехал в город Стамбул, вот, на Великий базар. И вот там я нашел то, что я хотел. Украшения мы используем, это самоцветные камни, тоже, кстати, привезенные из Стамбула, в серебряной огранке. Очень много натурального жемчуга, но в целом создается впечатление такой величественной девушки в великокняжеском костюме. Это немножко здесь вариант такой и византийский, и старославянский. Ну, я думаю, что мы произведем впечатление на собравшуюся публику, на жюри. Я искренне желаю Эльмире выглядеть шикарно, какая она на самом деле есть, очень красивая девушка. Вот, в этом костюме еще более привлекательной, более интересной, более величественной, более царственной.